Друзья, всем привет, с вами Любомир Борода. Сегодня небольшой обзор, просто очень просят, и наконец-то я дошел и решил по-скоренькому его сделать. Обзор посвящен сумке от Hardride Bug Out Bag Messenger. Вот. Итак, вот она у меня. Классная, огромная сумка. Сразу мы смотрим на передней панели. У нас стропы Molly, которые позволят вам делать сумкой все, что вы хотите, трансформировать ее, как вы хотите, подвешивать всякие подсумки, необходимые для вашего образа жизни, и дополнять различными инструментами. Сумка очень классно сидит, она получается на одном ремне, вроде как через плечо, но в то же время она никуда не уезжает. Вы можете носить ее как спереди, можете носить ее вот таким вот образом, сзади. Она очень классно сидит, ее очень классно использовать, если вы ездите на велосипеде. Вот есть еще вот такой у сумки дополнительный страховочный ремень, чтобы сумка не уезжала. Вот. И теперь давайте посмотрим на внутренности этой сумки. Как я уже сказал, достаточно огромная, просто до невозможности. Я когда увидел, я, честно говоря, охренел. Это в какой-то мере даже круче, чем рюкзак, потому что очень удобно, как классно, кайфово. Так, смотрите, я сниму ее. Вот. Долго не решался снять, потому что все боялся, что в камеру она у меня не влезет. Но давайте покажу я ее вам вот таким образом. Когда мы открываем клапан, мы сразу видим, что в этом клапане у нас вот такой большой карман. Вот. Можно класть какие-то, я не знаю, планшеты, гаджеты, что-то еще. Вот. Сразу здесь на панели у нас два огромных кармана с клапанами на велкро. Вот. И это фирменные харддрайвовые карманы, которые двойные, то есть вы под клапаном у вас карман, и также у вас за карманом еще один карман. Получается совместительно. Тут добавлена опять же стропа Molly, чтобы что-то можно было под крышкой складывать, держать, и основной большой отсек. Большой отсек выглядит вот таким образом. Как я уже говорил, он очень вместительный. И на задней стенке мы видим три велкро-панели, которые, опять же, могут выступать в качестве органайзера. Вы можете крепить сюда подсумки, у которых есть крепление велкро, а также повесить кобуру или другие ваши всякие необходимости. Вот, собственно, и все. Также здесь на ремне у сумки тоже есть стропа Molly, на которую вы, опять же, можете самые необходимые вам, например, там фонарик, карабин, что-то подвесить, то, что у вас должно быть сразу под рукой, чтобы это у вас находилось непосредственно здесь. Можно подцепить какую-то там GoPro камеру, да, на крепеж, еще какие-то штуки, которые вам необходимо, чтобы были рядышком с вами. Такая вот сумочка, очень крутая, еще раз вам скажу. И в принципе, больше мне сказать нечего, ее просто надо покупать и юзать. Вот. Спасибо за внимание, с вами был Любомир Борода. До новых встреч, еще ждите новых, свежих, всяких классных обзоров.